Друзья, зонтик. Еще один красавец. Мы на него раньше говорили белый мухомор. Сейчас мы в интернете везде просмотрели и рассказываем вам красавец, красавец. Одно плохо, конечно, его отбить, потому что у него закрученная шляпка. Вот такой он. Такой замечательный. А ножка длинная у него. Да, у него высокий. Такой прелестный. Зонт. Нашли второй зонт. Будем еще искать. Но это маленький, да. Будем искать. Будем искать. Ножку оставляй. Тут юбочку не приделаешь, бачишь? Она же отсюда идет. Она вот тут растет. И она стоит, она не прилипшая. Сейчас рассказываю еще раз. Диви, знаешь, как крутится? Так. Она растет от кромки гриба. Прирастает к кромке гриба, да. Потом вот тут шляпка открывается. Да. И она просто играет вот сейчас. И видно, что она играет на ножке. Играет прямо на ножке играет. Угу. Не к ножке, как обычно, вот погано. Не к ножке прирастает, а вон она. Так, оно. Кончику гриба. Ну, к кромке гриба. О. Самое главное, она должна вращаться. Вот. Нам сказали. Должна вращаться вокруг на ножке. Она не прирастает к ножке. Да, вот грибок прирастает к ножке, шапочка открывается, и она приросла к ножке. А тут наоборот, она приросла к шапочке. Ага. Грибник. Наверное. Грибник. Разобрался? Да. Разобрался. Все понятно. Идем дальше. Мы, правда, заблудились уже. Да. Мы уже в лесу потерялись. Ну, это не первый раз у нас такое случается в этом лесу. Он небольшой, этот лес. Лес. О, есть зонт. Это не зонт. А, это не зонт, не показываем вам. Это белый мухомор. Это белый мухомор. Белый мухомор. Серый. Да, мы его называем белый мухомор. Белый. Ядовитый гриб. Это ядовитый гриб, друзья. Ядовитый. Белый мухомор. Да, похож на зонтик, поэтому мы раньше зонтики называли белым мухомором. Ну, ищем дальше. Я уже понял, где мы находимся. Все нормально. Мы не потерялись. Все, мы уже нашлись. Не потерялись. Уже понял. Ты понял, где мы находимся? Да. Главное, я слышу там учение. Там стреляют, танки сюда ездят, нам туда идти. Не, нам не туда идти, нам надо вот так. Вот туда нам идти. Вот так идти, выходим на дорогу, все потом влево. Все ясно. Но мы пока до машины не идем. Мы еще ищем зонтики. Мы сегодня себе сделали грибной день и сделали вылазку офисом нашим, вылазку в лес по грибы. У нас сегодня день называется... Да, говорит, вместо того, чтобы деньги зарабатывать, мы пошли. Надо иногда и отдыхать. Сегодня день называется у нас грибной. Или же назовем его за грибами. Мы решили попробовать зонтики. Пошли и ищем. Вот, нашла! Краснюк! Краснюк прекрасный! Чудный такой, сейчас. Опа! Прелесть. Краснюк? Конечно. Чебилый? Нет, это подосиновик. Подосиновик. Прелесть вообще. Надо подосиновик. Прелесть. Чудо, чудо. Друзья, подписывайтесь, кто не успел подписаться. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас покажу, и я нашла. Громадный, громадный. Прелесть, прелесть. Громадный. Сейчас. Опа, yes. Ха-ха-ха. Наконец-то мы. Два подосиновика. Мы попали. А тут два сразу. А, прелесть. Думаю, что-то заскучала. Включусь. Расскажу о том, что нашли. А оказалось, уже насобирали на одном месте. Сейчас я вам покажу, друзья. На одном месте. Вот это красота. Выводы. Вчера тут никого не было. Делаем выводы. Вчера здесь, сюда никто не доходил. А может, пришли мимо?
Ну, ты хорошую краснюку нашла. Да. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня.